Бетти. Наверное, ни одна игра не обходится без глюков. И, конечно, в Токио они тоже есть. Много кто показывал уже разные баги из Токобока. Я решила показать топ-3 самых странных багов, которые случались в моей Токи. Первый баг бывает у меня довольно часто. На почте, прокручивая полки, предметы остаются на своих местах. Видите? Если взять и приложить предмет, то тогда он начинает двигаться вместе с полкой. Второй баг был у меня всего один раз. Смотрите, шкаф движется сквозь стены, при том, что кнопка с предметами у меня не нажата. То есть шкаф должен стоять на месте. Третий баг был у меня несколько раз. Первый раз это случилось ночью, когда я делала очередное обустройство. Выглядело это жутковато. Я даже сняла отдельное видео про это. Было, конечно, еще много других багов, но их уже много раз показывали другие токотуберы. На этом сегодня все. Спасибо, что смотрите мой канал. Пока-пока!